Интересный, красивый проект дома, но неправильно подобранные материалы привели к трещинам, привели к тому, что произошло влагонакопление в конструкции. Все разваливается, все рассыпается. В результате требуется демонтаж фасада, демонтаж минераловатной плиты. Потому что, видите, все лопухами, просто лопухами все рассыпается. Вот результат. Теперь все это сбивается. Далее фасад будет утеплен фасадным пенополистиролом ПСБС 25F по новому СНИПу ППС 16F. 150 миллиметров. Дальше решим, какая будет отделка. Два варианта: либо клинкерная плитка по двойному базовому армирующему слою, либо декоративная штукатурка с архитектурными элементами, может быть, со вставками искусственного камня. Жутко, жутко, просто жутко.